Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас Всемирный день футбола, и с нами футбольный комментатор Артем Нечаев. Здравствуйте! Всем здравствуйте, дорогие друзья! Итак, Артемушка, расскажите, что у нас творится сегодня в России с футболом? Насколько у нас все критично или наоборот, мы впереди планеты всей? Слушаем вас! Ну, всегда можно поздравить друг друга каким-нибудь праздником, например, сегодня с Всемирным днем футбола. Поздравляю! И завтра будет Всемирный день спиногрыза. Наверное, тоже, это правда. Но самое главное, что можно поздравить каждого любителя футбола в нашей стране с тем, что, например, «Зенит» вылетел из Лиги Чемпионов вчера, буквально ночью, вот, проиграв «Монако». Вот. Причем шансы были велики, шансы были такие велики, как, я не знаю, в пятницу вечера у Игоря Николаева выпить за любовь или Трофиму нахапнуть коньячку, шлычку, например. Но! Самое интересное, что уже сегодня в Москве самый высокооплачиваемый футболист России, «Зенита» и «Сия Руси» Халк, такой зеленый большой человек, уже приезжает в Москву, чтобы получить награду от советского спорта под названием «Джентльмен года». Ничего себе! А квартиру? Да. А квартиру? Квартиру подыскивают для Халка, чтобы он вылезал в проем. Но проблема-то в чем? Наверное, «Джентльмен года» Халк получил за то, что как раз по-джентльменски пропустил «Монако», дальше участвовать в Европе. Причем гораздо больше у Халка желтых карточек по сравнению с другими футболистами нашего чемпионата России. Но, видимо, он по-джентльменски что-то сделал. Вот, но самое главное, что в этот праздник, сегодняшний день, также может нас обрадовать и ЦСКА, который едет к лучшей команде Европы, Баварии, подспорить с немцами за то, что можно ли еще поиграть немножко в Европе, а ли все-таки просто получать награду «Джентльмен года» в России. Против такого соперника, пусть даже на своем поле. Этого парня пора убирать отсюда, а то там накидает сам славному клубу. Да, это поэтому. Вот сразу как. Любимый левый! Да, ничего. Гол! Голкипер забил! Гол! 1-0 проведем! Гол! 1-0 в нашу пользу! Гол! Проведем! Фантастика! Ну бывает же такое! Настоящий футбол, плей-офф такой!
проигравшему все и... Вернее, победителю все, а проигравшему ничего. И вот момент, который может решить судьбу... И попал! Вот это да! Это может быть промах века! Вот это был момент, а? Ничего себе. Артем, скажи, пожалуйста, ты вот как футбольный комментатор можешь сказать, какие у нас перспективы нашей сборной России в следующем году, в год беленькой козы? Вы знаете, перспективы, они... Дадим ли мы молока? Молока, я думаю, мы дадим молока, не знаю, прокисшего, не прокисшего. Молоко будет, может быть, даже птичье. Так. Но птичье молоко тоже бывает вкусным, так что давайте друг другу пожелаем, чтобы наше молочко было самым лучшим молочком. Да, и чтобы почувствовав наше молочко, другие сборные сказали: пожалуйста, ребят, вы должны быть во Франции на чемпионате Европы в 2016 году, иначе без вашего молока мы не справимся. Ну а шансы у нас велики, вот да, на да, твой взгляд, скажи, пожалуйста. Вопрос. Попадем ли мы как-то? Да. Шансы с каждым днем падают. Больше хочется сказать, нет, у нас нет шансов, но, чисто теоретически, математически, остальными другими науками шансы есть. Если мы наконец-таки заплатим дедушке Фабио Капелло хоть одну зарплату за какой-нибудь месяц. Он не получил, да? То есть он пока не получает. Подожди, уже полгода. Он работает по советской схеме. Вначале делает, а потом, как сначала говорится... стулья, да, потом деньги. Потом аванс. Не, а потом ему пастеризованное молоко от козы. Просто такое ощущение, что у нас работает самый возрастной волонтер в мире и может получать альтруист. Также, мне кажется, награду «Джентльмен года», так же, как и Халк. Причем Халк получает как высокооплачиваемый, а Фабио Капелло как самый добрый, добродушный дедушка в России. Хорошо, как он комментирует эту ситуацию, что он говорит, мол, сэры, сэры. Где мои бабки? Да, Влад, он говорит, что... Да. Это стыдно ему говорить другим коллегам, что он не получает зарплату, когда его спрашивают, но для него это не страшно, он профессионал, он продолжит работать, ему интересно сборная России, как вызов такой, чтобы молоко давала сборная России. Ему это впервые он попробовал такое молоко. Вот, и, видимо, он подсел на такую молочную иглу, такую сказать, да. Вот. И поэтому он, конечно же... Ну, вообще, он хорошо это воспринимает. Другое дело его помощники, которые не появляются уже в сборной России, потому что, ну, как-то, ребят, ну, денег нет, и я не мне хочу кажется... справляться. Поэтому все помощники Фабио Капелло перестали говорить по-итальянски, перестали выглядеть как настоящие итальянские мачо, и там русские ребята сидят теперь с ним. Ему что-то пытаются подсказать. Ах, класс! Вообще супер просто. Ой-ой-ой! Был послан мяч, он даже успел оглянуться. Во, пересек, подсек как мяч. Почти подбежал к вратарю. Тот стоит. И в тот момент, как, смотрите, внимание, смотрите, смотрит на вратаря, уже бросил взгляд, я вижу. И тот только-только присел, как он перебросил мяч через него. Вот все. Я даже знаю мачо, какой загадает желание какое на Новый год. Чтобы наконец-то ему отдали все его накопления на 7 месяцев. Артем, вы как человек, который не понаслышке знаете футбольную историю. Как вы думаете, Фабио Капелло зажигает ли бумажку на Новый год? И ест ли ее по русской традиции вместе с шампанским? Да, ну, раньше, может быть... Опасно, в борту оливье еще! Оливье, говорит он, мой чачо. Так вот, ну, может быть, он раньше зажигал даже банкноты, но теперь он... Их там, он сжигает людей. Да, сжигает людей, картон, в общем, сжигает все и, конечно же, все запивает сгоревшей бумажкой за собой. Дорогие друзья, с нами на связи был Артем Нечаев, который комментирует Евроспорт.ру. Спасибо, Артемушка! Спасибо, хорошего дня! Классный парень, друзья мои! Спасибо! Очень было приятно услышать такого удивительного человека в эфире. Двигаемся вперед, и сейчас у нас на очереди песенка, а после нее мы вновь с вами в студии. Поехали! Поехали!